Добрый вечер, друзья. Сегодня у нас запланирован эфир с Анатолием Некрасовым. Кого-то я с ним познакомлю, кто-то его уже знает. Поэтому эфир будет очень содержательным и интересным. Сегодня еще Всемирный день семьи, и поэтому в честь этого мы решили сделать эфир. Я подготовил ряд вопросов, которые хочу задать мастеру. И будем разбираться, что же такое счастливая семья. Нужна ли она? Для чего она нужна? Меня хорошо слышно же, да? Вот, сейчас мы дождемся мастера и уже поговорим. У меня есть пару таких вопросов, которые вы задавайте, да, какие-то мы будем озвучивать, которые я увижу, но давайте сначала задам свои вопросы, а потом вы будете, сможете уже спросить свои, я их буду дублировать для того, чтобы у нас был ну, как бы какой-то конструктив. Вот. Так, что мы здесь делаем? Во. Так, вот, здесь мы подсоединились. Анатолий Александрович. Так, это вот так. Алло, здравствуйте. Так. Вот. Все, сейчас я. Да, Я вас вижу сейчас я хорошо. переверну камеру. Все. Угу. Здравствуй, Игорь. Здравствуйте, Анатолий. Как ваши дела? Давно не виделись. Я так рад, если честно, что вы согласились на эфир, потому что мне есть что сказать помимо сегодняшней темы, после потока вашего. Вот. Игорь, В этот второй я поток, уже рад тому, что услышал твой голос. Пока ты настраивался там, людям объяснял, я слушал тебя. Мне уже радостно стало от этого, дружище. Как? Потому что Спасибо большое. наши взаимоотношения, они достаточно глубокие, несмотря на то, что редко встречаемся, но мы глубоко встречаемся, правда же? Глубоко проживаем это. Так что я Правда. благодарю тебя за то, что ты тоже отозвался. Ну что ж, будем творить. Нам радостно, значит, и нашим зрителям должно быть радостно. Согласен. Ты что-то начал говорить про тот поток? Давайте я про поток хочу, да, выразить благодарность, потому что очень такой, я уже 2 раза проходил, и это очень такой интересный эффект. Он как-то тебя куда-то уносит, что-то с тобой происходит вокруг совершенно не то, что ты планировал. Но в долгосрочной перспективе и в целом это очень позитивно сказывается на моей жизни, потому что я перестроил работу, я перестроил взаимоотношения дома, я перестроил отношения с друзьями, потихоньку с родственниками начинаю
Я занялся наконец-то своим телом потихоньку, я начал обращать внимание на здоровье, спорт и так далее. То есть это приходит естественным образом. Вот ты сейчас обрисовал картину, которая показывает самый оптимальный процесс, самый оптимальный. Часто многие после вот, тренинга, потока, как говорится, роют землю, роют копытами и стараются добиться максимальных результатов. Но это иногда бывает болезненно и трудно. А ты, как мастер, шел естественным путем, где-то с торможением, где-то с расслаблением, но в результате получил результаты хорошие, и все это прошло гармонично. Но это по-мастерски. Вот такое усвоение нового материала, которое у тебя произошло, естественно, и в то же время по всем направлениям жизни все меняется, это как раз признак мастерства. Так что поздравляю тебя. Благодарю. А действительно, то, что поток имеет, как говорится, длинную историю, это без сомнения, он будет действовать еще не меньше года, это у каждого. Не меньше года еще будут раскрываться какие-то ресурсы, реализовываться, меняться жизнь. Поток жизни, он поэтому и называется поток, потому что вся жизнь перестраивается. Но согласись, всю жизнь перестроить за одну ночь нельзя, и за месяц нельзя, а вот за год это уже действительно достаточно серьезные могут произойти изменения в жизни. Так что ты помнишь первый поток, и уже по первому потоку ты видел, какие глубокие изменения произошли. Сейчас ты прошел второй поток в Шымкенте. Это уже будет еще дополнение, еще более мощный процесс. Так что все идет хорошо. Спасибо. Я рад, что вы такие напутствия даете, потому что в полете нужна корректировка иногда. И поэтому очень... Ну, корректировка, если ты помнишь, была больше на самом потоке. Сейчас ты... Все равно, когда мастер говорит, что правильно летишь, это, можно расслабиться немного. Но, может быть, мы еще встретимся с тобой, и я в июле же буду в Алматы, там будет проходить здравница отношений, то есть это такое, это, как говорится, мы сейчас... Вот у меня поток жизни и здравница отношений, это два козырных таких, два козырных туза в моей колоде. Вот. Здравие соотношения. Может быть, там встретимся. Ну, по крайней мере, как минимум, если не там, хорошо, то все равно встретимся и пообщаемся. Очень хочу с тобой пообщаться. И, обязательно. И вот в такой беседе взаимно, уже в расслабленной, не на аудиторию, более откровенно мы с тобой поговорим, и вот там, может быть, действительно, может быть, потребуется корректировка. Может быть. Хотя ты мастер хороший и усваиваешь хорошо. Благодарю. Антонио, я, это, знаете, очень давно ждал вашу книгу на казахском языке. Я вам очень благодарен, что вы потратили силы на это и время, что перевели эту книгу на казахский язык. Я думаю, что она будет очень многим полезна. И сейчас вот у меня здесь есть ваша книга. Это на самом деле с вашей книги эта дверь в психологию для меня была. Это одна из тех дверей, в которую я открыл и зашел. И я очень благодарен вам за эту книгу на русском языке. И я очень рад, что теперь для казахскоязычной аудитории откроется эта дверь. Почему? Потому что проблем на самом деле в семьях очень много. И здесь можно решить, не знаю, мне кажется, 90% проблем, которые создаются в семье. И процентов 10 нужно, наверное, для того, чтобы что-то сделать. Да? То есть можно понять 90%, и 10% нужно сделать для того, чтобы жизнь изменилась. Поэтому я очень всем рекомендую всегда вашу книгу на русском языке. Теперь буду рекомендовать на казахском, потому что это очень сильно, мне кажется, должно отразиться на семьях и взаимоотношениях между детьми и родителями. Да? Не только между мужем и женой, но и между детьми. Потом, благодарю, что напомнил эту книгу, что она у тебя есть. Я рад. Я действительно очень рад тому, что на казахском языке вышла «Материнская любовь». То действие, которое эта книга произвела вообще в мире, она уже на 10 языках издана. И вот
Я думаю, что не меньшее действие она проведет и среди тех, кто говорит на казахском языке и не может прочитать ее на русском. Это супер важно, потому что эта книга действительно зачастую дает путевку в жизнь семье, отношениям, человеку. Даже так. И даже старшее поколение, вот старшее поколение, там тоже для себя найдет. Вот я обращаюсь к аудитории, если у вас есть, или кто есть в нашей аудитории старшее поколение, или у вас есть родители, пожалуйста, подарите эту книгу и подскажите прочитать обязательно, обязательно хотя бы главу «Вторая зрелость». «Вторая зрелость». Вы очень многое поможете изменить своим родителям в сознании, соответственно, ваша жизнь улучшится, дорогие. Поэтому эту книгу обязательно подарите своим родителям, те, которые, может быть, не могут или не хотят читать на русском языке. Поэтому подарите. Вы получите дар за это. Это действительно так. Родители изменятся. Вот. Поэтому и тем, кто хочет там психологию дверь приоткрыть, как я, это вот одна из тех книг, которые, ну, прям открывает. И почему? Потому что там кейсами прям. Будете делать так, будет. То есть вы будете знать полет, то есть как снаряда, куда он летит, да, то есть как ваша семья развивается, в какую сторону идет, чем это заканчивается. И что меня больше всего поразило, что ты можешь скорректировать во время полета этот снаряд, чтобы он попал туда, куда ты хочешь. Да, это важно. На самом деле, ведь ты сам на себе, наверное, испытал, да, и все так идут в семейные отношения, не зная вообще-то, не зная, зачастую даже не зная цели, стратегии. Цель родить детей, ну, это, согласись, как-то, ну, да, это нужно, важно, но это ради этого, что ли, создается семья? То есть многие даже не знают, зачем создается семья. И вот поэтому эта книга, конечно, позволяет все увидеть, и ты правильно сказал, увидеть стратегию всю полета по жизни, и тем самым уже и видя стратегию, ты можешь и корректировать. Анатолий, у меня, знаете, к вам еще есть такой вопрос, потому что эта тема не сильно разбиралась в книге, и я у вас, не знаю, где-то, возможно, есть вопрос вот двух жен, четырех жен, там, троих жен, насколько это влияет на мужчину, женщину, и вообще стоит ли заводить эту семью, потому что потом сейчас разводов очень много, да? Как выстроить так, чтобы не разводиться, или надо разводиться? Вот, если честно, я не совсем понимаю. Ты знаешь, ты в одну кучу свалил столько вопросов. Потому что разводиться, не разводиться – это одна группа вопросов. Создавать, там, заводить вторую семью, там, вторую жену, там, вторую семью или третью семью – это тоже группа вопросов. Вторую, третью жену – это еще одна группа вопросов. Понимаешь, это все разные вопросы. Ну, давай попробуем по порядку. Сначала, значит, по поводу развода. Ну, ты знаешь, что развод – это уж кто-кто. И ты знаешь, занимаешься этими вопросами, понимаешь, что это не лучшее событие в жизни человека. Не лучшее. Не лучшее. По сути. Потому что, ну, планы одни, хотели там всю жизнь, и, как говорится, до гроба вместе и так далее, и в один день умереть. Многие же так думают. Но жизнь-то, оказывается, не поле перейти, и тем более семейная жизнь, где участвуют два характера, два рода сливаются. Здесь особо серьезные проблемы. Поэтому все-таки приходит довольно часто именно к состоянию развода. И ты знаешь, иногда все-таки развод – это лучший выход из ситуации. То есть развод нельзя отметать, нельзя его исключить из жизни, как факт, как инструмент. Как бы это ни звучало, хотя я сторонник семьи и долгой жизни в семье и так далее, но развод все-таки иногда просто необходим. Вот я знаю, например, хорошо изучал историю семьи в Италии.
И там вот буквально до 70-х годов, представляешь, до 70-х годов этого вот прошлого века, там вообще разводы были запрещены в корне. Нельзя было разводиться. То есть это не разрешалось законодательно и религиозно. Так что происходило, понимаешь? На этом почве было много преступлений. Кроме того, убивали друг друга, там травили, натравливали бандитов, там прочее, чтобы убрать своего уже нелюбимого партнера или нелюбимую партнершу из жизни. То есть шло уже много преступлений. Даже фильмы были сняты на эту тему. То есть уже до чего дошло, до абсурда. И в конце концов церковь и все, в общем-то, приняли решение, что надо как-то это разрешить. Потому что, ну видишь, сам по сути, женятся, как правило, молодые. С одними мировоззрением, взглядами на жизнь, опытом, знаниями. А через некоторое время один растет быстрее, развивается быстрее, другой слабее. И выясняется, что они на каком-то этапе разные люди. Ну и что теперь? Мучить друг друга. Как иногда видишь, они празднуют золотую свадьбу. 50 лет вместе. А оба чахлые, больные, у детей проблемы. Так и хочется спросить, а зачем вы мучили друг друга 50 лет, чтобы прийти к такому состоянию? Вы же видели, что ну, не складываются у вас отношения. Нет, мучили до посинения. Но чаще всего до такого не доходит золотую свадьбу. Как правило, в таких семьях чаще всего кто-то один или умирает, или уходит в другую семью, или спивается и вот так волочит свое существование. Поэтому, друзья, как бы не было больно, но развод все-таки тот инструмент, который иногда исцеляет человека, семью. И, кстати, детям тоже это не всегда вредно. Потому что часто такие отношения в семье, что детям просто опасно появляться в такой семье. Особенно под горячую руку, под пьяную руку, ну и так далее. Понимаете? И что? И это надо все терпеть. И эти дети потом с какой психикой выходят в жизнь? Я-то знаю это все. Так что развод, он как инструмент нужен. Но желательно как можно меньше их было. Но для этого нужно грамотно входить в семейную жизнь. Грамотно входить в семейную жизнь. Быть грамотным. Не мужчинам в первую очередь быть грамотным. Мужчина – капитан семейного корабля. Он должен быть грамотным в семейных вопросах. А он зачастую менее знает даже о семье, чем женщина. Вот и все. Поэтому грамотность – вот это первое. То есть на первый вопрос вы ответили. Можно я секундочку? Угу. Игорь, пожалуйста, сделайте громкость меньше, уберите громкость на телефоне, на котором телеграм-эфир, чтобы не было дубляжа у вас, потому что у вас он... Он не убирается, я его не знаю, как ну, вот так, чтобы... хорошо, а вы просто на нем звук отключите. Он не убирается до конца. А, в смысле... Нет, а вы же микрофон у вас будет работать, микрофон вот будет, громко, а звук нужно... который сбоку регулируется, громкость звука, ее уберите, а микрофон не трогайте. Ну, хорошо. Не, он не убирается до конца. Все, хорошо. Он на минималке стоит. Так вот, теперь по поводу нескольких семей. Сейчас довольно часто можно встретить, что мужчина имеет на стороне еще семью. Тайну этих много, и кто открыто, таких меньше, но тоже есть. А тайна имеющих вторую семью достаточно много. Я как психолог, ко мне многие приходят, я знаю эту проблему. Это действительно проблема. Почему заводят вторую семью? Не потому что что мужчина вот такой там суперактивный, супер там у него энергии много, и он может несколько семей содержать там по финансам и прочее. Не поэтому. Не потому, что ему некуда девать деньги там, например, или свою мужскую энергию. Не поэтому. А потому, что первая жена
вот как мы уже говорили в предыдущем вопросе, вышли молодыми, любовь потом потихоньку затихла, жена ушла в детей и уже не дает той любви, которую ему нужно. Она вся в детей, в заботах, в семье, понимаешь? А мужчине нужна любовь. И вот он ищет эту любовь на стороне. Вот. И это, поэтому женщинам здесь обижаться не стоит на мужчин в этом случае. А нужно понять, что все-таки, если бы ты была классной женщиной, извините, мои любимые женщины, но я вас люблю, ценю, уважаю и все делаю для того, чтобы вы были счастливы. Поэтому задумайтесь. Если мужчина рядом с вами ищет выход в других отношениях, значит, ему некомфортно в этих отношениях. Это все так. Вспомните Сулеймана и Роксолану. Она, одна женщина, заменила целый гарем у Сулеймана. Вытеснила всех из гарема своей любовью. Настолько была активной, интересной женщиной, что все женщины перед ней оказались намного дальше, и он остался с ней вдвоем. Хотя это по шариату ему полагалось иметь много женщин, но он пошел против даже традиции и оставил одну жену, Роксолану. Понимаете? Так что есть порох в пороховницах. У каждой женщины есть порох в пороховницах быть классной женщиной. Только она зачастую этого или не понимает, или не хочет. Только эти причины. Не понимает или не хочет. Лень. Вот. Поэтому вот здесь надо это так понять. Я не приветствую такое, что там две семьи, три семьи. Я еще раз говорю, это значит, что в первой семье не все ладно. Поэтому появляется вторая. А уж если появляется третья, то явно в обеих двух не все ладно. И мужчина ищет еще одну. Еще, дорогие женщины, запомните такую вещь. Мужчина, он работает, живет вовне. Он добывает там, он там зарабатывает и прочее. Как правило, там бизнес, какие-то дела, большой чин там или что. В этом случае, когда у него большие объемы работы, когда большие объемы энергии, денег, там, ответственности, то ему нужно много женской энергии. Много. А дорогая жена не понимает того, что ему он растет, у него карьера растет, и ей нужно в своей женственности расти. Тогда все будет хорошо. А она как жила с детьми, как имела такие отношения с ним, так и продолжает иметь, хотя он растет. Надо и ей расти в ее женственности. Тогда и мужчина останется с ним, с ней. А то он растет, а она нет. Вот и все. Так появляются другие семьи. Принять другую семью, принять несколько семей женщинам, конечно, очень трудно. Поэтому таких открыто проявленных семей, вторых, третьих семей, их немного. В основном мужчины скрывают, потому что знают, чем это все закончится. Постоянным скандалом, выносом мозгов и так далее, и так далее. И вообще, и еще многим всеми проблемами. Поэтому скрывают. Но, милые женщины, не допускайте этого. Не допускайте своим собственным развитием, своим собственным масштабом, своей женственностью. Будьте настолько прекрасны, настолько активны в своем женском состоянии, чтобы мужчина не только не думал куда-то на стороне пойти, а думал о том, как уберечь ее, как остаться рядом с ней. Понимаете? Вот это класс. Вот такое состояние женщины я понимаю, приветствую. И этому учу, кстати, женщин. И вот, кстати, сейчас, ну, ты знаешь, поток жизни как раз очень много делает для того, чтобы женщина была именно такой. А сейчас еще вот это здравница отношений, это вообще суперпроцесс. Суперпроцесс, который за короткое время дает максимальный результат. Вот. И все направлено на это, чтобы не было вот этих
тайных и явных вторых семей. Теперь по поводу того, что сейчас в мусульманстве и в частности в вашей стране, я не знаю, закон принят или нет, законодательно закреплено, но, по-моему, как-то у вас разрешено вот иметь вторую, третью жену. Поясни мне, пожалуйста. Законодательно не разрешено, но есть как бы этот через религиозное как бы социальное одобрение, что ли, этому. Ну, во всяком случае, со стороны мужчин. Понятно. Они через вот религию дают. Ты сказал фразу, наверное, вот на нее надо опереться. Религиозное социальное принятие. Одобрение. Религиозное социальное одобрение. То есть закон одет, но религия разрешает и так далее. Вы знаете, вот это вторая, третья жена, почему вообще родилось это? Почему в мусульманстве это родилось? Почему оно там? Потому что я считаю, мусульманство – это как следующий этап развития христианства. То есть это религия, которая пришла позже и с корректировкой некоторых вещей из христианства. И, ну, об этом много можно говорить, но я знаю, я читал и Коран, и Библию, и знаю все это. Так вот, эта тема возникла потому, что ведь она была, эта религия пошла вот среди кочевников, среди арабского населения, и был много было войн, и мужчин было мало. Мужчин было мало. Многие погибали, потому что постоянно были войны, постоянно между отдельными племенами, народами и так далее. Мужчин было мало, а женщины хотят родить. Женщины хотят иметь, да и стране нужны дети. Поэтому, в общем-то, и разумно было это заложить в шариат и, в общем-то, допустить такое, чтобы можно было иметь вторую, третью жену. Вот я считаю, что в некоторых случаях это даже не в мусульманстве, а везде надо вводить такое правило. Например, если бы после Великой Отечественной войны, когда было на войне уничтожено около 20 миллионов мужчин в России, в Советском Союзе, около 20 миллионов мужчин, представляете? Если бы разрешили мужчинам иметь вторую, третью жену, то у нас не было бы демографической проблемы, понимаете? А то был такой мощный демографический провал, и на этом же, на этой почве столько творилось преступлений, столько социальных проблем возникало. Я именно как психолог разбирал ситуации в семьях, где, ну, рассказывали буквально, как после войны женщина забеременела там от женатого мужчины, как ее преследовали, как не принимали ее детей, ну и так далее, и так далее. То есть, понимаете, столько проблем на этом выросло. А если было такое решение, друзья, у нас мужчин мало, милые женщины, поделитесь своими мужьями, потому что, ну, страна нуждается в том, чтобы любовью были наполнены и другие женщины, чтобы они тоже могли испытать чувство материнства и так далее. Я думаю, многие бы женщины, жены откликнулись бы на это. Я уверен, что многие бы откликнулись. Не все, конечно, но многие бы, которые имеют более высокое сознание, откликнулись бы на это. И это было бы все нормально, на этой почве не было проблем. И детей бы принимали и тех, и других, и не было психологических травм. Ну вот тебе обрисовал довольно долго, но довольно объемно эту картину. Никогда ни с кем так долго на эту тему не разговаривал. Спасибо большое, потому что очень многое проясняется, и всегда меня удивляют ваши вот эти, я не знаю, это даже метафорами не назовешь, это больше аналогия, наверное, да? Как вы можете масштабировать любую мысль, это, если честно, поражает. Потому что я еще до сих пор у вас учусь вот настолько отдаляться, чтобы из маленького сделать какой-то большой вывод, я иногда вот шокирую, Игорь, если честно. Какие твои годы? Ты в два раза младше меня.
Я же знаю, вот. Я же мудрец, я же мне мудрец, очень не преувеличиваю. Это звание не я себе дал, это меня так уже называют. Но действительно, тот, кто видит суть вещей, понимаешь, мудрец – это тот, кто видит суть вещей. И я действительно уже, может быть, не настолько уж совсем мудрец, но мудрец достаточно глубокий, чтобы уже называться мудрецом. Поэтому стремитесь, друзья, к этой мудрости. На самом деле мудрецом можно стать каждому. И вообще я считаю, что после 60 лет каждый мужчина должен стать мудрецом. Мудрецом своего рода. В своем роду он должен стать после 60 своим... то есть он должен много знать, читать, там, понимать, и быть, чтобы его уважали и ценили не только за возраст, вот там годы у него такие, седина у него есть, а еще и за мудрость. Это очень важно. Тогда не будет такого, что от меня не уважают, как так, нарушены какие-то наши традиции. А ты будь достоин, и тебя будут уважать. Так вот, после 60, а после 80 надо быть мудрецом своего народа. Вот к этому надо стремиться. Так что здесь тоже лесенка есть. А после 100 лет надо быть мудрецом планеты. Понятно. А, Анатолий, еще вопрос такой. Теперь со стороны вот, мужчина что должен? Мы поняли, что женщина должна развиваться. Мужчина что должен? Почему? Потому что аудитория больше женская, да, и все всегда говорят, а почему я всегда должна? Я всем уже замучился объяснять, что если ты задаешь вопрос, то по-любому ты должна. Если бы он задал вопрос, то он ну, должен. Это от мужчины что должен? Это, но он правильный, но здесь есть еще разные другие глубины. Почему женщина? Дело в том, что я считаю, настоящими управителями жизни на Земле являются женщины, а не мужчины. Почему? Ну, не случайно есть такая поговорка. Мужчина – голова, но шея – женщина. Но шея – женщина. Понимаешь? И в этой поговорке очень глубокий смысл. Не потому, что она вертит головой. Нет. Потому что через женщину в голове идет вся энергия. Понимаешь? Даже чисто вот энергетически, ты же знаешь, вот энергия идет. В голове идет вся и кровь, и прочее все. Энергия идет. И женщина, она... своим состоянием определяет очень многое в жизни. В том числе, рядом с ней будет мужчина или не мужчина. То есть, если она как женщина раскрыта, то рядом с ней сыновья будут обязательно вырастут мужчины. Даже если она воспитывает одна, без мужа. Обязательно будут мужчинами, если она как женщина. Потому что вы знаете прекрасно, что невестка и свекровь похожи друг на друга. Знаете, да? Так вот, когда женщина, мать своего сына, как женщина, то и невестка будет классная, понимаете? Вот такой момент. То есть она, женщина, кроме того, она же чисто физиология, она вынашивает ребенка. Кормит молоком, и большую часть времени с ребенком находится жена. То есть воспитательная роль ее в жизни ребенка огромная, несравнимая с мужчиной. Воспитательная, не энергетическая. Энергетически они равны. Там и муж тоже энергетически вкладывает, независимо от того, где он и как находится. Это вот, кто еще не смотрел книгу «Новая правда об отцах», видеокнига есть у меня такая, на... Вот, обязательно посмотрите. И, Игорь, ты рекомендуй своей аудитории, пусть обязательно посмотрят. У тебя меньше будет проблем с твоими женщинами. Пусть смотрят эту видеокнигу и понимают суть того, что происходит при рождении детей. Так вот, она еще и вот, напитывает своим энергией, своими мыслями, своим состоянием от того, какое у нее состояние, какое у нее видение, какое мировоззрение, какой у нее масштаб. Вот это все отражается на ребенке. Поэтому
Я и с самого начала, вот 30 лет назад, когда я вступил на этот путь пробуждения и просвещения, я стал заниматься женщинами в первую очередь, потому что я увидел, что именно через женщину можно добиться наибольших результатов. И женщины это чувствуют, понимают, поэтому они идут больше всего на разные занятия. Они как раз понимают, что через них интуитивно просятся, идут в этом направлении, потому что через них действительно рождается жизнь. Не только физиологически, но и психологически, и энергетически. А теперь следующий вопрос. Как ей раскрыться, женщине-то? Да? Вот они живут, жила и жила, вроде все хорошо. И сейчас она понимает, что где-то закрылась, где-то, может, не проявилась, не созрела. Куда ей идти? Где этому учат и что делать? Ну, вопрос объемный. И ты сам занимаешься этим пробуждением женщин, раскрытием женщин и женственности. Я тоже. У меня, по сути, все 40 книг в той или иной степени об этом. Поэтому мои книги – это как раз достаточно хорошая школа для раскрытия женственности. Естественно, я не ограничился только книгами. Я сделал много разных продуктов другого плана, вебинаров, там, тренингов и так далее, и так далее. И создал даже целую академию, в которой идет, ну, я считаю, уникальный процесс. Системный процесс рождения, по сути, женщины. Хотя там занимаются в академии и мужчины, но их меньше, но они там тоже находят свой путь, свое рождение. Так это вот курс называется «Курс гармоничное развитие личности». Он идет 10 месяцев. Каждому студенту предлагается преподаватель, сопровождает его преподаватель. И он вот за эти 10 месяцев проживает все свои жизненные ситуации. И поэтому в результате это гарантированно счастливая женщина, счастливая семья. Гарантированно. Потому что за 10 месяцев происходит мощнейшая трансформация. Сейчас мы еще и упростили это. То есть человек может покупать по одному занятию. Когда есть возможность, раз купил занятие, прошел месяц потом и так далее, и так далее. И в результате вот такого курса, это я еще это называю гвардией счастливой жизни. Гвардия счастливой жизни. Кроме того, конечно, вот отдельный курс, тренинг «Поток жизни», тренинг «Здравница отношений». Это все об этом, все для этого. Все для того, чтобы женщины были женщинами. Что им делать? Ну вот книги, тренинги, курсы – это одно. Что можно делать самой? Ну, я уже замучился говорить на эту тему, но еще раз скажу, дорогие женщины. Просто подумайте, вот чисто логически подумайте. Вот женщины в основном, я исследовал этот вопрос, живут на 5, максимум 7 женских качествах. Вот всю жизнь живут вот на этих 5-7 женских качествах. Ну, это вот такой вот маленький объем. А женских качеств более 200. Ну, раскрой ты еще десяток качеств. Ты такие грани покажешь своему мужчине, ему не только не захочется другую женщину. Он будет думать, как удержаться рядом с тобой. Понимаешь? Потому что чем больше качеств она раскроет, а если 30 качеств, это вообще супер женщина. Всего-навсего. Каждый день проживай по одному качеству разного. Проживай. И в конце концов натренируешься, и ты, эти качества будут в тебе звучать, жить постоянно, и ты будешь уже поступать так. И такая женщина, ну, просто на расхват. Понимаете? Ну, вот простой пример. Ну, куда еще проще, дорогие мои? Самый простой способ, который вот я применяю, ну, уж его-то можно прирезать. Даже десяток качеств проживи. В течение 3 месяца прокрути вот там несколько десятков качеств. И все. Через 3 месяца уже будет другая женщина. Ну вот самый простой пример. Самый простой способ. Самый короткий. Ну и много-много другого. Зайдите ко мне. Заходите в академию. Там вам могут предложить очень много всего.
Вот, кстати, новая правда об отцах, дорогие друзья, просмотрите этот видеофильм, видеокнигу. Но вы просто сразу раздвинете сознание. Вы сразу по-другому посмотрите на мужчин. И мужчины на вас посмотрят по-другому. Потому что вы будете нести такие знания, которые им интересны. Они поймут, что вы знаете их лучше, чем обычные женщины. Они тянуться будут к вам. Еще у меня есть видеокнига, называется «Женщине можно все». Женщине можно все, и восклицательный знак специально стоит. Просмотрите эту видеокнигу. Вы поймете, какие у вас ресурсы. Вы поймете, что надо делать. Ну, Игорь, ты же знаешь, у меня на тему раскрытия женских ресурсов столько всего, да всю свою жизнь уже 30 лет посвятил только этому раскрытию женских женщин. Поэтому у меня много всего. Я поэтому тему и затрагиваю, потому что ну, к моему удивлению, не все знают, что есть у вас еще продукты помимо книги, и поэтому хотел, чтобы, да, ну, чтобы вы рассказали. И еще, Анатолий, знаете, такой вопрос, насколько важна сексуальность, потому что сейчас очень много курсов по раскрытию сексуальности, какие-то там оргазмы, мультиоргазмы, что-то там. Насколько это важен вообще оргазм в жизни женщины и вообще мужчины? И, ну вот, да, наверное, давайте здесь остановимся. Игорь, я понимаю, что ты вопросы задаешь для аудитории, для наших зрителей. Сам ты все это хорошо знаешь, поэтому я объясняю уже для всех. Понимаете, человек отличается от животного по многим параметрам. Какая-то часть есть в нем животного, но все-таки это человек. И не только тем, что он прямо ходит, поэтому, и не только потому, что у него есть ум, интеллект, и который позволяет ему многое что делать до строительства городов и выход в космос. То есть, да, человек отличается, но он еще отличается и физиологией от животных. А именно, он еще и энергетическая машина. Он не только биологический человек. Он имеет организм. У него организм еще и энергетический. Так вот, если брать сексуальную энергию только как биологию, то это просто для производства детей, как говорится, это сексуальная энергия. И, ну, еще в лучшем случае, там, ну, для получения удовольствия. Вот. Удовольствие и производство детей. Это чисто биологическая оценка и понимание сексуальности. Вообще-то, большая часть сексуальной энергии находится в другой области, в энергетической. И смотрите, что происходит. Когда у человека раскрыта эта сексуальная энергия, когда она звучит в нем, когда это проявляется, раскрывается и проявляется, то в этом случае он меньше тратит свою биологическую энергию. Он больше живет, он более здоров. Потому что многие, не имеющие сексуальных отношений, они теряют свое здоровье, ну и так далее. На этой почве много всего происходит. И, кроме того, он больше добивается в жизни. Например, я этот вопрос исследовал среди бизнесменов. Вы, наверное, слышали о том, что люди бизнеса, мужчины часто там устраивают себе в банях там разные развлечения с женщинами и так далее, и так далее. Почему? Не потому, что, опять же, что у них много денег, они могут себе позволить такое. Нет, не поэтому. А потому что им нужны деньги. А сексуальная энергия – это деньги. Это денежная энергия. И когда мужчина ворочает большими деньгами, ему нужны большие, много женских энергий. Много женских энергий. Когда ему нужно много власти, когда он на большом посту, ему нужно много женских энергий. Ведь смотрите, вот Сулейман не случайно имел много жен. Да и все правители, и не только мусульманские. В христианстве это тоже было, не столь открыто, но тоже было. Все правители имели много женщин. Почему? А чтобы управлять большим государством, нужно было иметь огромные сексуальные энергии.
огромная энергия, много энергии. И это позволяло. И причем брали женщин, вот в гаремы брали женщин из разных народов. Таким образом, он как бы еще использовал энергии других народов правителей. То есть нужно смотреть на сексуальные отношения как еще и на глубокий и важнейший энергетический процесс в жизни. И чтобы человек не тратил свою биологическую энергию, ему нужно, в общем-то, достаточно много давать энергии еще и такой вот, сексуальной энергии использовать в жизни. Вот где основное это. А чисто биология, там, ну, удовлетворение и прочее, это низкий уровень, это животный уровень. А на самом деле все гораздо глубже. Вот так надо понимать, и поэтому сексуальную энергию нужно развивать, нужно ей заниматься, ее нужно активно использовать. Ее, ну, как мышцы. Нужно мышцы же тренировать. Будешь просто лежать, у тебя пролежни образуются, и ты беспомощным останешься. А нужно, чтобы все двигалось, функционировало, чтобы ничего не отмирало, чтобы у тебя и потенция была всю жизнь высокая, и чтобы женские все функции работали долго, чтобы менопауза не наступила. Этим нужно заниматься, нужно тренировать свое тело, нужно сексом заниматься, тогда ты здоров. Потому что менопауза это уже говорит о том, что женщина переходит в нездоровое состояние, закрывает свою жизнь. Ну вот так. Устроит такой ответ? Устроит, да. И у меня, знаете, еще личный, не личный вопрос. У меня тут такой случай, не у меня этот, а, в общем, недавно, где-то месяца три назад, клиент один, в общем, он переспал с женщиной, у него этот инфаркт. Причем он молодой. Ему там, я не знаю, 30 есть, может, чуть больше. И я вообще не понял, что она там такого сделала, что он, ну, это в какой момент такое происходит? Несколько минут назад мы с тобой говорили о мудрости. У этого мужчины отсутствует мудрость. А то я не знаю, то ли завидовать, то ли пожалеть. Что произошло? Нет, завидовать, ну, это, наверное, было очень интересно. Дело в том, что, я не знаю, да. Что-то произошло, что, произошло там такое. Понимаешь, я же сказал, это энергетический процесс. Это даже не физиология, не биология, это энергетический процесс. И довольно часто по энергетике женщины и мужчины не совпадают. И это очень важно чувствовать и понимать. И, в общем-то, себя, как говорится, беречь. И в каких-то моментах от чего-то иногда надо отказаться, чтобы не было проблем. То есть нужно это чувствовать, нужно понимать, нужно осознавать и быть грамотным в этом вопросе. То есть, почему я говорил, сейчас время энергии, и энергетическую сторону жизни нужно знать. Скорее всего, мужчина не были знаки, скорее всего ему, что не надо с этой женщиной встречаться. Но он хотел, преодолела все, и он получил свое. То есть полез не туда, куда нужно. Понятно, спасибо. А то я на него смотрю, думаю... Нет, он, возможно, умный. Здесь надо энергетику ощущать и понимать. И понимать, что не каждому мужчине можно с каждой женщиной встречаться. Не каждой женщине можно с мужчиной. Поэтому здесь все очень тонко. И, ну, там много всего. Угу. Потому что исторически есть моменты, где после секса мужчина умирал, да? Конечно, а есть. Тут, ладно, там он же зрит. Есть. Это явно не туда попал. Да, нашла коса на камень. Ну что, друг, завершаем, наверное. Да? Давайте, да. Ну хорошо. Да. Вам большое спасибо. У нас всегда эфиры с тобой хорошие такие, яркие, откровенные. Благодарю тебя за это. Еще раз приглашаю тебя на здравницу отношений в июле месяце, с 10 по 17 июля.
июля, 10-17 июля под Алматой, близко прям к Алмате будет это проходить. Но имей в виду, если захочешь поехать, то бронируй раньше, потому что там всего 15 человек, я больше не беру, потому что там мощный индивидуальный процесс идет. Вот, 15 человек. Но если просто встретиться, то встретимся. А так, имей в виду, бронирую заранее. Хорошо. Благодарю тебя. Ну все, спасибо. До свидания. До свидания. Поклон, благодарю большое, поклон спасибо. Казахстану. Поклон. Вам тоже спасибо большое.